сердце человека идет борьба добра и зла. То есть Бог и дьявол. Наша совесть считает это тот судья, который, в общем, судит нас. Як важливо сказати за життя людині, що вона талановита, а її здібності унікальні. Бо зазвичай творчі люди не бачать себе збоку. Саме таким є доктор архітектури, почесний член Української академії наук, професор Микола Дьомін. Як геній простий і як самородок вишуканий, він випромінює могутню духовну харизму, надихаючи своїх учнів, друзів, однодумців. Николай Мефодович Дьомін для мене это учитель и друг, это интеллект страны, а может быть и мира. Это пример, к чему нужно стремиться не только молодым, но и зрелым людям, чтобы понимать, как красиво можно прожить жизнь. Он умеет держать удар, многое уже пережил и многих потерял, но при этом он умеет уверенно стоять на земле и помогать другим. Это гений сегодняшнего времени, когда к нему тянется огромное количество людей, которые могут его считать своим учителем. Образованный, начитан, внутренне верующий, сакральный человек. Потому что корни его семьи были насыщены сакральностью. Видатний зодчий та науковець Микола Дьомін впевнений, що його здібності були закладені родинним генетичним кодом. Батько Мефодій Дьомін був відомим реставратором пам'яток архітектури. Папа родився в Харкові, потім вони очутились на Уралі. І на Уралі, значить, дід мій Михайло Николаевич, він юрист був по образованию. И, как мне говорят, он статский советник с орденом, дворянство какое-то. Он руководил округом учебным. Где-то в 18 году срочно они оттуда снялись и, значит, оказались в Киеве. На Андреевском спуске. И, собственно говоря, моя биография начинается с Андреевского спуска. Мефодий Михайлович, мой отец, он закончил реальное училище. Служил в речфлоте. Матросом отслужил там 2 года и, значит, как человек такой профессии, значит, он поступил на архитектурный факультет, тогда художественного института. Отец закончил этот институт, ну и мать заболела, переехали в Воронеж, чтобы климат сменить. Ну и там она умерла где-то в 36-м году. Ну и вот забрал наш дедушка с бабушкой, приехали, забрали нас в Киев. Отец, он был в оккупации, когда окружение было под Киевом. Он себе тихонечко пришел домой, не сдавался ни в плен, нигде не регистрировался, но и организовал тут какую-то артель. Они занимались тут реставрацией тогда вот Михайловского собора. Примерно в это же время, в 42-м году, открылся Владимирский собор. И, собственно говоря, Владимирский собор – это вот была основная его работа потом. Но он после войны работал в Киев-проекте. Он, собственно говоря, вот эта книжка «Киев-проект», но он один из основателей. Он был руководителем второй мастерской планировочной. И избирали его председателем месткома. Значит, то есть это в коллективе, значит, был человек такой в авторитете, несмотря ни на что. И вот это там же находилось управление на территории Михайловского монастыря. Он во время работы, значит, там периодически отключался, ходил там, прикладывался к Варваре, великомученице. Там, и все это видели, знали, он никогда этого не скрывал. Оселя Миколи Дьоміна зберігає пам'ять про найрідніших людей – дружину Валерію, сына Володимира. У нас в семье никогда не было каких-то конфликтов. Всегда, значит, какие-то ровные, нормальные отношения. Значит, мы никогда особенно не надоедали друг другу. Валерия Сергеевна, мы учились с ней первого курса и познакомились еще до института в поликлинике студенческой. Нас послали туда получить справку о том, что с нами все в порядке. Это из института. Она хороший руководитель, строгий такой человек. Она была, работала в Киевзнепе, значит, руководителем отдела, значит, ну и вот такое, иностранные связи всякие, занималась этим. Была абсолютно беспартийной, абсолютно нейтральной, но человек очень деловой, без нее трудно было обойтись.
остроумная, контактная. Она мне подарила жизнь, понимаешь, красивую, интересную, великолепную жизнь. У меня один сын. Вовка начал архитектурный факультет, закончил факультет градостроительный, но занимался всегда кузнечным делом. И вот эти вот его работы, ну вот они в доме у нас, это полно вот этого железа. Он мне подарил двух внуков. Один Стас у меня, тоже он такой известный архитектор. И Мишка, который поступает в этом году уже ко мне на факультет. Микола Дьомін зізнається, що джерелом творчої енергії для нього є картини, подаровані друзями, архітекторами. Зочі здатний втілити у живописних образах красу природи, бо саме у неї він вчиться гармонії для втілення у архітектурні споруди. А ще Миколу Дьоміна надихають сакральні історичні пам'ятки України і той факт, що Українська академія архітектури у 40-х роках минулого століття була розташована на території національного заповідника Софія Київська, він вважає знаковим. Здесь находилась Академия архитектуры, где я работал в то время. Ну и здесь была библиотека, президиум Академии, все остальные, основные службы Академии, отдел аспирантуры, все это было вот здесь, вот вся администрация Академии находилась здесь. Потом институты переехали на улицу Житомирскую, 9. Ну и дальше я работал 20 лет уже в одном из институтов, институт градостроительства. Но это все равно, это же площадка, мы, работая там, приходили сюда, в президиум. То есть это вот была такая какая-то общая территория. Вот это Житомирская площадь, Богдана Хмельницкого, Софийская площадь. И вот это вот это единое вот такое пространство, которое мы обживали в течение, ну, десятков лет. Здесь проходили интереснее защиты. Тогда был единственный совет по архитектуре. И все кандидатские, докторские диссертации проходили здесь. И это было таким событием, что, конечно, все аспиранты, все сотрудники, которые, в общем, как-то интересовались этим делом. Но я не пропускал ни одной защиты. Неля Куковальська, директорка Национального заповедника София Киевска, навчалась у профессора Дьоміна. І сьогодні є дійсним членом Української академії архітектури. Микола Мефодійович, я в своєму житті пам'ятаю, скільки себе пам'ятаю вже в моїй професійній діяльності. Надзвичайно поважаю за професіоналізм, за його відвертість і за людські якості, скажімо так. Декілька разів до нього зверталася, звичайно, складними питаннями, на які я отримала вичерпну відповідь. Я йому дуже дякую, я це завжди буду пам'ятати. В теперішній музейній справі вже ми не так тісно спілкуємося, тому що трошки інший напрям роботи, але все одно ми перетинаємося в Академії архітектури, ми перетинаємося на якихось архітектурних форумах. Тому я спостерігаю за його професійною діяльністю, дай Бог йому здоров'я, ще жити довгі-довгі роки. Тримати також, як і на сьогодні, скажімо так, прапор нашої архітектури. З сьогоднішнім президентом Української академії архітектури, народним архітектором України Олегом Сліпцовим, Миколу Дьоміна пов'язують творчі відносини, сповнені любові і поваги. Олег Сліпцов є неперевершеним майстром у галузі сакрального зодчества. Проєктування і будівництво кожного православного храма він обговорює зі своїм метром. Сьогодні Олег Сліпцов створив свій ювілейний сотий храм. І саме у цій церкві разом з Олегом Сліпцовим Микола Дьомін вручив посвідчення новим почесним членам Української академії архітектури. Кожний з них вносить свій вклад у розвиток нашої держави. Сам же Микола Дьомін, як містобудівник, безперечно є державником. Бо створення міст, як середовище для життя людей, є домінантним явищем у формуванні суспільства. Принципи планування територій повинні враховувати не тільки ландшафти, а й дослідження в економіці, екології, охорони здоров'я, соціології. Коли я починаю проєктувати город якийсь там,
это самое, какой-нибудь там Краматорск или еще что-то, там рядом Енакиево, там это четыре города, которые связаны, каждый сам по себе, но в общем они образуют единое какое-то вот такое урбанистическое целое какое-то. И вот разобраться вот в этих связях, кто куда и как, значит, это только можно было с помощью вот этих культурно-бытовых связей. Это значит, торговля, образование, это медицина, прежде всего, вот эти вот три основных. Микола Дьомін є справжнім фундатором містобудівної науки. Очолюючи управління генплану Києва, він завжди намагався зламати наратив «Місто – це річ у собі», пропонуючи не лише просторові рішення, а наповнюючи їх соціальними та культурними змістами. Десь в середині ХХ віку почали виникати теорії сучасного міста, будемо так говорити, коли вона основана на зонуванні. Значит, начали заниматься, называют сейчас экологией, то есть оздоровление окружающей среды. Начали вводить технологии, которые, значит, позволяли чистить вот эти вот самые отходы все. Ну и то, что нас касается, планировщиков, градостроителей, значит, мы выносили вот эти предприятия за пределы города. Киев, значит, там было намечено вынос 108 предприятий, которые были в центре города, в свое время окопались. Из этих 108, значит, один вынесли, остальные вообще все разорились, потому что они не поднялись на новом месте. И было создано 19 промышленных районов. Начало в серединной части города, потом город начал расходиться. И вот эти промрайоны, которые сегодня, это и в Киеве, и в Харькове, везде это так. Значит, они окружены сейчас вот этой зоной жилых районов, микрорайонов. Города за это время выросли в несколько раз. И получился вот такой слоеный пирог через полосицы. Ну и сейчас возникает опять вопрос, значит, упорядочения всего этого дела. Микола Дьомін впевнений, що сьогодні проєктанти повинні бити тривогу, тому що Київ перетворюється на суцільний асфальт і автомобільні парковки, а він же є європейською столицею. А сейчас в центре города практически уже мест не осталось. И те, которые остались, вот Рыбальский остров, Теличко, значит, предприимчивые пацаны, вот эти, которые занимаются, значит, застройкой города сейчас, знают, как это делать, они все это подминают под жилье и под всякие, под свои нужды, да. Сдержать этот пока удается с трудом. Раніше все вирішувало Політбюро. Зараз приватний капітал. Микола Дьомін впевнений, що повинні бути обмеження на забудову. Соціоцентричне місто, у якому враховані потреби мешканців, ось його мрія. Город для нас – це не ринок землі, а це среда обитання для людей. Тому сьогодні город він не замикається в городських границях. І якщо брати Київ, то це десь 300-400 тисяч людей, які живуть сьогодні за містом, в радиусе где-то 50-60 километров и связаны повседневными трудовыми связями, плюс культурно-бытовые связи. Это медицина, это торговля, это образование. Люди живут в пригородной зоне, приезжают сюда. Зараз всі досвідчені фахівці, що входять до складу академії, активно включаються у пошук ефективних методів і прийомів ревіталізації та реконструкції міст нашої України, що зазнали численних руйнувань під час жахливої агресії Російської Федерації. Сьогодні знання та досвід Миколи Дьоміна потрібні суспільству, як ніколи. Тому що ліквідація фатальних наслідків війни шляхом залучення іноземних інвестицій та експертів повинна базуватись на усвідомленні духовних і матеріальних потреб нації, її творчого потенціалу. І кожна ідея, кожна порада великого українського містобудівника Миколи Дьоміна є безцінною, тому що він завжди вважав і вважає, що в країні місто є застиглою музикою духу народу. У него огромная внутренняя энергия, которую он с радостью сейчас отдает. Поэтому он и пример, он и образец, он и движущая сила –